Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня не планировала я никого выгуливать, просто мне Зара показалась какой-то немножко странной. Она не ела яблоки, не ела скошенную травку, ходила, что-то вынюхивала, высматривала. Думаю, дай-ка выпущу, посмотрю, как она себя поведет. Но смотрю, нормально, веселая, кушает, значит, все отлично. У нас похолодало, 30-градусную жару сменила прохлада. По утрам бывают приморозки, на стекле лед, уже смерзли некоторые растения. Если честно, такого холодного сентября с маленькими морозами я вообще не помню за свою всю жизнь. Теперь козы выходят гулять с удовольствием. Летом не хотели, чем быстрее бежали в хлев, а теперь с удовольствием выходят. Мошек нет, комаров нет. И прогулки им стали нравиться. Понемножку запасаемся кормом для коз. Еще пару месяцев назад купили 6 рулонов сена. Недели две назад съездили за зерном. Купили 25 вроде мешков зерна. А так много, потому что цена была приемлемая. И чтобы до следующего сезона моим козам хватило. Цены растут на глазах. Нам повезло, и мы нашли по 10 евро за мешок 40-килограммовый. А теперь, смотрю, уже за мешки поменьше просят 14, а то и больше. Это цена за овес. Несколько дней назад ходили собирать яблоки. Несколько ящиков набрали, еще все впереди. Хочу по мере возможности набрать побольше. Тыкв, к сожалению, я много не нарастила. Мои тыквы маленькие. Наверное, я такой сорт выбрала. Поэтому хватит их нам ненадолго. Так что вот зато и планирую еще набрать яблок побольше. Ну, хотя бы хоть до Нового года хватило. Что ты все пристаешь ко мне? Ага, красавчик. Маленький террорист, не идет. Прогоняю его к девчонкам. Он возле меня все тусуется. Ну, наконец-то, иди ты травку пощипай. Понемногу готовим для коз новое жилище. Я очень надеюсь, что к концу месяца мы переедем. Муж не очень рад, говорит, давай в октябре, а лучше в конце октября. Ну, посмотрим. Уже утепляет стены, утеплили крышу. Для этого пришлось снять жесть. Одним словом, было там работы немало. Старший сын тоже помогал папе. Ну, а теперь больше муж занимается. На вчерашний день уже были утеплены две стены. На потолок и на стены уже прикрутил муж ОСБ. Осталась одна стена, и одну стену планируем сделать. Вроде помещение такое небольшое, но времени заняло немало. Очень жду, когда мои козы придут в охоту, но пока что ни Зара, ни Тайга не собрались, и мы так хорошо. Но я жду не дождусь. Очень люблю я зимних козлят, январских, февральских. Таких козлят легче продать. Ну, у меня условия позволяют держать козлят зимой. Хлев будет теплый, так что проблем возникнуть не должно. Также начали понемножку уменьшать поголовье кур. Убрали петуха, одну курицу, двух кур. И еще не знаю, сколько предстоит убрать. Если честно, не знаю, сколько у меня кур. Сбилась со счета. В планах примерно перевести штук 10. Самых крепких, самых здоровых. А еще у нас вылупились цыплята. Не планировала я в этом году. Но куры спланировали по-другому. К тому моменту, как я заметила, что куры все-таки сидят на яйцах, а не впустую. Уже был немаленький срок, поэтому жалко было убирать эти яйца. Думаю, ладно, сколько высидят, столько. Как уж получится. Ну вот, у одной курочки вылупилось два. Правда, один был малыш слабый, он погиб. Так что она гуляет с ним везде, тут вместе тусуется, там, где куры. А вторую курочку я закрыла. У нее вылупилось трое.
если честно, не знаю, что я с ними буду делать, когда придет время переезжать. Ну, как-то будут вместе с взрослыми курами тусить. Ну и что ты бегаешь? Врезался в меня. Ну, совсем. Угу. Красавчик ты, красавчик. Очень любвеобильный парень. Все пристает ко мне. Ой, мальчик, мальчик. Ты козам приставай, блин. Немножко прогулялись. Сейчас пойдем уже в хлев. А я поеду заниматься своими делами.